неподалеку небольшого города Н, в водоеме с незамысловатым названием Калюжа, жил добрый, а может быть и недобрый, водяной. Привет, водяной, как дела? Отстань, я занят. Чем это ты занят? Неужели ты собрался на поверхность? Не твое дело. Эй, мужик, ты куда? Я же добрый. Ну вот, мужик убежал, и ты убегаешь. Это что, конец? Какой конец? Концы в воду. Это только начало. Скажи мне, друг, ты уже бухой забил. Вот как ты закатился на такой жизнь? Он водяной, он хотя бы фильм. Спортом занимается, а мы с тобой еще, а мы с тобой бухаем. Да, водяной вылезет.
И пойдем, не сбухать, надо с третьего брать. Вот.